Встретились Константином. Бежим на охоту. Да, сейчас Прометею сбегаем, поднимемся, потом спуск будет по камушкам и продолжительный подъем на хун. Ну чё, как тебе начальный подъемчик? Нормально. Тришка только начата. Да. Так, 1,47 километра, 243 метра набора. Поднимаемся к Прометею. Бабочки. Вот. Кайфуем. Так, вот, пробегаем бродик. Да, давай. Аккуратно. Да пофигу. Сбегаемся. Так, ну что, вот все мы по победителю Ахуна. Вернулись. Да. Старта. Да, сбегали от старого мотца с Орлиной скалы, спустились вниз. На Ахун поднялись, спустились вниз. Бегали на Гурский, вот. Все, финиш. Кайфанули. Да. Ну как ты маршрут в целом такой? Вообще супер. Офигенский, да, для тренинга то прямо. Для тренировки самое главное. Всем рекомендуем. Да. И плюс тут все есть тут. И спуски, и набор, и камушки, и грунт. Что хочешь. Давай. Все.